Господи, как хорошо, что кусочек мяса больше. Веганы повесились. Борщ порно. Почему хорошо исцелять травмы и работать с энергетикой? У меня сейчас сердце оргазмирует просто и рот. Нет, конечно, у меня случались гастрономические оргазмы. Большой слой подняли. Ну, у тебя еще энергетика очень мощная, у мастеров разная. Типа, и вот это хороший, типа, рядом, значит, человек с мощной энергетикой, хороший, значит, хорошо прочищенные трубы от какого-то такого процесса. И все. Мне кажется, это вот реально, вот зачем нужно этим заниматься? Да сука, чтобы оргазмировать от всего, когда ты вот так вот хлебушек берешь, он такой... Блядь, к сердцу прижал. Чтобы вы понимали, у меня одновременно при этом в голове сейчас вот космос просто так. Космос. Это оргазм в голове, космос. Я ем хлеб в космосе. Как говорят, это самый лучший секс, это секс с едой. А вот здесь можно было бы сделать рекламу. Так я, мне кажется, это идеально. Я просто вспоминаю, типа, стою, которая читает, это вот что-то из прошлого, стоя, которая читает книги, сидя на вибраторе. Вот это next level shit, это типа вот... Я на рынке наест борщ! И при этом энергетически оргазмирую. Вот оно, то самое порно. Вот это я хочу выложить на YouTube.